В начале 70-х годов прошлого века в Московском драматическом театре имени Пушкина еще играли актеры, помнившие Станиславского и Мейерхольда. Никто не вечен, и нередко в театре происходила гражданская панихида. В конце траурной церемонии к театральному подъезду выходила пожилая женщина в черной вуали. Все присутствующие знали ее. Ее звали Алиса Конен. Она была дочерью бельгийского подданного и с рождения носила имя, звучное, как актерский псевдоним. На маленькую Алису незабываемое впечатление производило любое театральное представление, даже новогодняя елка у богатых соседей. Я долго не могла прийти в себя, и дома бесконечно кружилась, а потом кланялась воображаемой публике. Мама Алисы всячески поддерживала увлечение дочери. Будучи знакома с самим Станиславским, она привела к нему на просмотр юную Алису. «Вы могли бы уйти в монастырь?» – для начала спросил знаменитый режиссер. «Театр – тот же монастырь. Работа с полной отдачей себя, отречение от многого». Девушка выдержала экзамен. Завистники решили, что Алиса попала в театр по знакомству. Но вскоре всем стало ясно, что из нее вырастет актриса первой величины. Актерское мастерство было для нее способом самопознания. «Я не буду проституткой, не буду матерью семейства, не буду разбойницей. Кто же я?» – спрашивала себя Алиса. Она получает большие роли. Метиль в «Синей птице» Метерлинка, Маши в «Живом трупе» Толстого, Верочки в «Месяце» в «Деревне Тургенева» и много-много других. Говорят, у нее был голос, раскаленный как магма, без усилий заполнявший пространство тысячных залов. Но не только голос поражал зрителей. Актриса Павла Вульф вспоминает: «Никогда не видела актрисы, которая так гениально молчала. Я видела Конен в спектакле, где она сидела на подоконнике и молчала. Но такой силы был ее внутренний монолог, что он звучал как слова, полные горечи, боли». Станиславский ставит ее игру в пример всей труппе. Вот она может, а вы нет. Но легендарная система Станиславского, постичь которую мечтали многие актеры того времени, вызывает у Алисы большие сомнения. Это мелкое, кропотливое царапание ролей. Какая-то толчия на месте, кажется бесцельной. И главное, ничто не согрето радостью искусства, желанием гореть, подняться на крыльях. Я не могу так работать. Великий режиссер был страшно удивлен и раздосадован, когда в 1913 году Алиса объявила о своем уходе из театра. Ему казалось, что она купилась на обещание больших гонораров. Но Алиса ушла в только что организованный свободный театр Марджанова исключительно ради поисков нового сценического языка. В этом театре была волшебная атмосфера. Алиса любила вспоминать, как по окончании спектакля покрывала Пьеретты. Все актеры обнимались, целовались, смеялись и плакали. Но случилось так, что свободный театр просуществовал только один сезон. Несмотря на неудачи, Марджанов не отчаивается и обращается за помощью к Александру Таирову, поставившему в его театре тот самый спектакль «Покрывало Пьеретты». К этому времени Таиров, разочаровавшийся в театре, заканчивал юридический факультет. Пламенные речи Марджанова имели успех. Таиров бросает юриспруденцию и с головой погружается в организацию нового театра. Как говорится в пьесе Островского «Лес», для того, чтобы создать труппу, нужна прежде всего актриса. «И она у меня есть», — сказал Марджанов, имея в виду Алису Конен. Вечером, садясь в пролетку, Алиса обнаружила, что там ее поджидает Таиров. «Вам опасно ездить одной в поздний час». Это все, что он мог сказать в свое оправдание. В скором времени
Марджанову предлагают возглавить театр в Ростове-на-Дону, и он уезжает. Таиров же не бросает новое предприятие. Говорят, что здание для театра выбрала именно Алиса Конан. Она, прогуливаясь под ручку с Александром по Тверскому бульвару, неожиданно показала пальчиком на особняк. Вот бы театр был здесь. Таиров навел справки, и, о чудо, владельцы особняка как раз собрались перестраивать его с учетом зрительного зала на 500 мест. Таиров решил назвать театр камерным. Мы хотели иметь небольшую камерную аудиторию своих зрителей, таких же неудовлетворенных и ищущих, как и мы. Мы хотели сразу сказать расплодившемуся театральному обывателю, что мы не ищем его дружбы, и мы не хотим его послеобеденных визитов. Отношения Коунен и Таирова закрепились романтической поездкой в Париж. С момента их возвращения вся театральная общественность воспринимала их как одно целое. Про них говорили: у Таирова была Коунен, у Коунен Таиров, а их ребенком был театр. На открытии театра давали Сакунтову с Алисой в главной роли. Не имея средств на рекламу, Коунен и Таиров поначалу заманивали с улицы случайных прохожих, чтобы набрать хотя бы ползала. Но уже скоро, в первый же миг появления примы на сцене, зал взрывался аплодисментами. Вспоминают, с какой самоотдачей относилась Алиса к своей работе. Такая спокойная и элегантная в жизни, перед выходом на сцену она перерождалась, для чего иногда даже бегала кругами по двору, перепрыгивая через препятствия. Широко поставленные аквамариновые глаза с подрагивающими ресницами, имевшие привычку смотреть поверх партнера, избегая заглядывать в его глаза. Походка всегда победа над пространством, триумфальный выход победительницы. Писали газеты о ней. Театр счастливо существовал с 1914 года и до Октябрьской революции. В 1917-м театр закрыли. Но ненадолго нарком Луначарский помог спасти детище Таирова. Вскоре Камерный отправляется в Европу на гастроли, которые прошли с огромным успехом. Коунен предлагали остаться за границей. Ей прочили славу звезды кинематографа. Но она ни за что не согласилась бы оставить Камерный театр. Одной из прекрасных черт Камерного были теплые дружеские отношения в коллективе. Восхищаясь душевными качествами Таирова и Коунен, Фаина Раневская пишет о них: «Боже мой, как я стара! Я еще помню порядочных людей». Она вспоминает, что Камерный был первым московским театром, в котором ей дали роль. И именно Таирову и Коунен она обязана началом своей карьеры. Первый гвоздь в крышку нашего гроба был забит в 1936 году, вспоминала Алиса Коунен. Именно тогда к Таировскому театру насильно присоединили реалистический театр Охлопкова. Но, по счастью, этот искусственный союз просуществовал всего год. Во время войны театр продолжал работу в эвакуации в маленьком зальчике города Балхаш. После победы, казалось, все пойдет гораздо легче. Власть ослабила свое давление на театр. Таиров получил правительственную награду. Но, увы, Василий Ванин, получивший сталинскую премию за роль в фильме «Секретарь райкома», мечтал заполучить собственный театр. Его жадный глаз упал на беззащитное детище Таирова и Коунен. В 1949 году последний раз в Камерном давали Андриену Лекуврер. «Театр. Мое сердце не будет больше биться от волнения успеха. О, как я любила театр, искусство! И ничего от меня не останется. Ничего, кроме воспоминаний». Алиса Коунен играла эту роль 29-й сезон. Зрители аплодировали стоя, 29 раз вызывая ее на сцену. Переполненный зал не отпускал актрису. Таирову
пришлось опустить железный противопожарный занавес. И это было символично. На следующий день создатели камерного были уволены. Новая вывеска гласила «Театр имени Пушкина». Квартира Коанен и Таирова находилась через лестничную площадку от театральных помещений. Недаром Алиса признавалась, что ей всегда было трудно определить, где кончается театр, а где начинается жизнь. По сути, она жила прямо в театре. И этот театр больше ей не принадлежал. Таиров начал сходить с ума на глазах у Алисы. Он сутками переставлял игрушечных актеров среди картонных декораций. Из театра доносился запах борща, ненавидимый Таировым. «Театр кончился. Там пахнет борщом», – резюмировал режиссер. Алиса Коанен принципиально не переступала порог театра. А Таиров иногда не выдерживал и врывался посмотреть на репетицию. Там ставили скучные пьесы в стиле соцреализма. Домой Таиров возвращался еще более подавленным. У него развился рак мозга. Великий режиссер умер в клинике неврозов осенью 1950 года, пережив свой театр всего на год. Мужем и женой их объявили уже после его смерти. Алисе в суде пришлось доказывать, что они были вместе с 1914 года. Фаина Раневская вспоминает: «Когда мы после этой процедуры шли обратно, она долго плакала, уткнувшись мне в плечо. Она сказала: нас обвенчали после его смерти. У нее отняли все – Таирова, театр, жизнь». Алиса проявила отчаянную гордость. Она ни у кого ничего не просила, ни перед кем не унижалась. Ее единственной радостью стали поэтические вечера. Аудиозаписи ее выступлений являются образцом сценической речи. Ее прекрасная книга «Страницы жизни» сейчас переиздается большими тиражами. В театре имени Пушкина висит мемориальная доска Коанен и Таирова. На первом этаже находится их мемориальный музей. Настоящая квартира Коанен и Таирова была полностью разорена. Лишь однажды Алиса решилась зайти в театр после ремонта. На месте кабинета мужа она обнаружила туалет. По Москве поползли слухи, что Алиса Коанен прокляла Пушкинский театр. На что актер Торстенсен, успевший поработать с Коанен, заявил: «Это неправда. Я категорически заявляю. Алиса сказала, что она не выйдет на эту сцену, но проклясть она не могла еще и потому, что была очень верующим человеком. Да разве может человек проклясть свое детище? А театр был для нее именно ребенком, плотью, кровью». За громкие овации и любовь публики Алиса Коанен заплатила годами одиночества. Не разделяя театр и жизнь, она сыграла яркую трагическую роль, оставшись в памяти зрителей истинной легендой русского театра.